Здравия желаю, меня зовут Ольхон. Мы получили очередную посылку от фонда «Спаси Донбасс», от Глеба Корнилова. Также нам он помог снабжение вот такой формы на всю роту. Получили бронежилеты, радиостанции, перчатки, маскалаты. Тут нательное белье под столом, разгрузочные жилеты. Как всегда, нет никакого оружия. Также пришли посылки от граждан, которые они передали через фонд. Там печенье, пряники, сухарики, сигареты. Вот. Выражаю огромную благодарность в очередной раз Глебу Корнилову. Надеюсь, с ним скоро увидимся. Ну и также тут пришли медикаменты. Часть медикаментов мы передадим в местную больницу городскую, чтобы мирное население не покупало лекарства, а получали бесплатную медицинскую помощь. Ситуация тяжелая. Ну и что, всем привет!